Новый робот с ИИ, способный к самообучению и диалогу. Израильская компания Menti Robotics представила человекоподобного робота, который способен понимать естественную речь и обучаться на живых примерах. Используя технологию искусственного интеллекта, робот может поддерживать диалог с собеседником, выполнять различные движения, такие как бег, ходьба, а также поднимать и переносить тяжелые предметы. Алгоритмы обработки естественного языка позволяют машине не только выполнять команды, но и вести беседу, что делает его более персонализированным и адаптивным. Android также может обучаться простейшим бытовым навыкам на примере людей, благодаря точности движения его рук. Он легко освоил такую задачу, как расстановка столовой посуды. Робот будет представлен в нескольких версиях, включая бытовую и коммерческую, а массовые поставки планируются в 2025 году. Разработка позволяет интегрировать роботов в повседневную жизнь и рабочие процессы, делая их более универсальными и адаптивными.